Вот уже шестой год в печатном издании «Уральска» отмечают прекрасную традицию. Каждую весну в преддверии праздника Наурыз коллеги дарят друг другу цветы, которые они выращивали на протяжении года. О том, как появился обычай обмениваться домашними растениями, узнавали наши корреспонденты. Это уже своеобразная традиция, которую отмечают в преддверии праздника Наурыз. Коллеги дарят друг другу живые комнатные цветы и растения. Каждый из них был посажен и выращен собственноручно. Каждое живое растение требует особый уход в течение года. Представители средств массовой информации верят, что эта инициатива примет массовый характер. Дарение цветов – это укрепляет коллективный дух, укрепляет уважение в коллективе. Поэтому я всех западноказахстанцев призываю поддержать нашу традицию. Каждый год в каждом доме, в каждой семье, в каждом коллективе дарить такие цветы, которые каждый человек выращивает своим трудом, своими руками. Молодежь в печатном издании также не отстает от старших коллег и подхватила цветочную традицию. Это дерево фикус. Воздух в помещении, где содержится фикус, не просто очищен, но и полезен для здоровья людей, так как вредные вещества превращаются в аминокислоты. Это главная причина, почему их следует выбирать в качестве домашних растений. Я считаю, что он пригодится моим коллегам на рабочем столе. В честь праздника сотрудники газеты накрыли праздничный стол и обменялись различными видами флоры, которые будут украшать их рабочие места. Стоит отметить, что в коллекции печатного издания уже насчитывается порядка 50 видов цветов. Дана Керимбаева, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.